прошлый раз она появилась именно в образе зебры. Елена Смоленская, Кыргызстан. Мне понравилась реакция жюри, и я не ожидала настолько открытых сердец. С закрытым костюмом, с закрытым лицом, и еще так красиво все показать, она очень гибкая. Я была в восторге от этой девушки. Я очень люблю публику, очень. Я без нее жить не могу. И выступать. Мне нравится перед людьми. Этот проект дает мне некую известность, узнаваемость и, собственно, новых зрителей. Официальный партнер шоу Central Asia's Got Talent – платежная система Visa везде, где вы стремитесь быть. Для вас выступает Елена Смоленская. Леночка, спасибо вам, знаете, за что? Иногда мы начинаем крикливо, да, так сказать, это, казаться, быть такими патриотами своей страны. А вы все это сделали так очень изысканно и так очень вот прям по-настоящему. Спасибо вам большое. Увидимся позже. Удачи! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале.
конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии, ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.